Доброго здоровья всем! Всех с наступающим 2020 годом новым! Сейчас такое предновогоднее время, какие-то новые планы, новые осознания. Я в связи вот со своими осознаниями хочу сказать слова благодарности Александру Барановскому. Обратилась к нему с внутренней проблемой вот вообще по жизни, состояние нереализованности, состояние какого-то периодически как будто стагнация. Остановка и ни взад, ни вперед. Большой вопрос, вот что это? И для тех, кто считает, что наша душа перерождается, вот, возможно, для тех будет еще интереснее. Мы с Александром проходили предыдущую жизнь. Очень интересно получилось. Трансформация внутренняя. Предыдущая, одна из предыдущих жизней оказалась достаточно сложной. Очень сложной в том, что несоответствие самой жизни и ухода из нее. И вот это непонимание было настолько яркое и такое неприятие очень мощное, что потом воплощаться в дальнейшем был огромный протест. И вот это вот самое состояние внутреннего протеста во многих моментах моей жизни, оно присутствовало. Александр помог мне проработать очень сложная была внутренняя работа. Для меня много непонимания, с одной стороны, возмущение какое-то, ну, такое как бы, ну, неприятие. А неужели такое может быть? И тем не менее, вот эта трансформация, внутреннее осознание, это потрясающе, это колоссально. Если я раньше телом чувствовала, вот как только какая-то мысль относительно каких-то неприятных моментов в жизни, относительно того, когда одни люди другим причиняют боль, я это буквально, то есть, когда кто-то разговаривал, и где-то какая-то мысль относительно вот этих вот неприятностей по отношению к другим людям, я физически ощущала телом, это настолько было ярко, мне непонятно было почему. Сейчас у меня такое осознание, насколько в действительности наши предыдущие жизни могут влиять на наше настоящее. Александр, низкий поклон, вообще глубокая благодарность. Ребята, это потрясающе. Обращайтесь к Александру Барановскому. Это супер изменение. Благодарю, Александр.